Zelda. Кентавр War Chief, Red Warden. Кентавр одарен гигантским телом и постоянно растущей стойкостью. Мужество кентавра соответствует размеру его сердца. А вы о чем подумали? Тут о сердце разговор. Он размахивает топором с огромной силой, а иногда даже вредит себе, когда делает это. Земля дрожит каждый раз, когда он топает копытами. Его рефлексы невозможно превзойти. Они позволяют ему отомстить сразу же после нападения. Кентавр знает, что предстоящий бой обернется для него победой. Мне не надо отдавать пока. Хорошо. Кажись, это будет трипл килл на вставочку, да? Да, это был трипл килл на вставочку. Всем здорово, дорогие друзья. Что ж, наконец-таки, гайд на кентавра. Кто там ждал кентавра? А кто там свинью ждал? Скоро будет, друзья. Что ж, сегодня у нас гайд на кентавра. А это значит, что сегодня мы узнаем, как у него работают способности, что они в принципе делают, хустом что делают, что делают у нас дабл эдж, ретерн и стампит, конечно же. Друзья, раньше кентавр был намного сильнее, я считаю. Но этот кентавр тоже очень полезный. Он реально крутой, интересный. Ну и что ж. И переходим, наверное, к теории, а потом пойдем к жесткой практике. И там будет действительно весело. Поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это обычный стан, массовый хупстомп. У нас называется способность, прокачали эту способность, хоткей у нас F. Вот так вот кентавр делает, вот такой эффектик происходит. И, конечно же, все оппоненты у нас уходят в стан и получают урон. В АОЕшке 315 единиц работает этот стан, ребят, не нужно путать, там ни 500, ни 800, 315 АОЕшечка, маленькая, но этот стан очень классный. В принципе, приемлемый спел для данного героя, потому что это кентавр, как в описании говорится, что он топает и разрушает. И, конечно же, по уровням прокачки у нас улучшается эта способность полностью. Смотрите, на первом уровне 100 дэмэджа и 2 секунды стана массового, на втором 150 дэмэджа и 2,25 секунд стана, на третьем 200 дэмэджа и 2,5 секунд стана, и на четвертом 250 урона и 2,75 секунд стана. При этом КД у нас 13 секунд и монокос 130 маны. Очень прикольная тема. Наносит эта тема у нас магический урон. И, кстати, он неплохо дамажит даже этот спел. В сравнении, конечно же, с некоторыми другими нюками других персонажей. Конечно, этот спел тоже прикольный. Причем и стан хороший. И, конечно же, прикольная АОЕшка. АОЕшка тоже нестандартная. Ну, вот такой вот у нас получается спел. Наносит магический урон, я уже повторяюсь. И на БКБшных юнитов, к сожалению, он не работает. Ну, суть применения, я думаю, вы знаете. Залетаете с даггера и даете вот так вот стан и просто разносите. На этом все по данной способности. Поехали на вторую. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Дабл Эдж. Дабл Эдж как работает, я вам сейчас расскажу. Это таргетная способность, которая имеет именно таргет, но при этом она еще и массовая. Радиус разноса урона у нас, который у нас будет, в зависимости от уровня прокачки, равен 190 единиц. При этом дальность применения этой способности 150 единиц. Хочу, чтобы вы посмотрели вот этот момент. Смотрите, нажимаем хоткей D, указываем на оппонента, топор вот так загорается, посмотрите. И это значит, что будет сейчас сокрушительный удар. Но я специально, чтобы показать, отменяю его. Но давайте применим. Вот так, бах. И вы видели, продамажило персонажа, который находится в радиусе 190 единиц. И также урон нанесся и мне. При этом стоит заметить, что этот урон наносится так же сильно с уровнями прокачки, как мы прокачаем, вот допустим на ласт левеле 400, так и будет нам наноситься. Но этот урон, который мы по себе наносим, его можно смягчить. Тут независимо от того, сколько вы нанесете оппонентам, вам нанесется именно вот этот урон, который по уровням прокачки, и, конечно же, минус свои резисты. Давайте я вам покажу, что это можно смягчить простым банальным клаком даже. Смотрите, так наносим. 1102 хп у нас остается, 1102, запомните. И мы берем клоаку, и 1129 у нас остается. То есть полностью подтвержденные слова, что данная способность полностью подвержена резистам, если у нас есть какие-то сопротивления. Отлично. Ну и что ж, поговорим конкретно уже об этой способности. Эта способность имеет маленький кулдаун.
8 секунд. При этом эта способность не имеет монокоста. Эта способность бесплатная. То есть ее можно делать постоянно, но у вас улетают хитпоинты. Это очень-очень важно, потому что по уровням прокачки у нас улучшается количество дэмэджа, которое мы будем наносить с этой способности. 175, 250, 325 и 400 дэмэджа мы будем вносить при этом и нанося себе. Но вы видели как? Минус резист, конечно же. Вот. И эта способность, опять-таки говорю, не требует маны. То есть ее можно постоянно долбить. Постоянно долбим, долбим, долбим. И эта способность не может вас засуицидить. У вас всегда будет оставаться один хитпоинт. И как бы... Единственное, чего нужно бояться, это какой-то урны и какой-то шальной пули, как говорится, да, друзья? Эта способность наносит магический урон проходке, я вам сказал, дэшечка. Ну и что ж, так как это магический урон, конечно же, не работает эта тема у нас на БКБшных юнитов и не работает эта тема в линку. То есть, если мы подбежим, будем давать эту способность в линку, то, конечно же, ничего не произойдет. Но, несмотря на маленький КД, можно будет в скором времени снова залететь, сделать какой-то вот такой вот combination devastation и, конечно же, хорошенько продамажить. Не знаю, я лично кайфую с этой способности, потому что эта способность в хардлайне, а, как правило, кентавр это у нас тройка сильная, он просто керри enemy не дает вообще ничего. Он просто подходит, бахнул, побежал опять погулять, бахнул опять. И вот так вот просто, так сказать, напрягает. В общем, вот такая, ребят, способность. Очень полезная, интересная. И, конечно же, переходим к третьей способности. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже это Return. Return это пассивная способность, которая может быть отключена Сильверейджем. Что у нас эта способность делает, я вам сейчас расскажу. Во-первых, прокачиваем ходки R, сразу появляется такая аура, видите, прикольная. Ну и что ж, сама приколюха этой способности такова. Когда вас атакуют, то оппоненты будут получать у нас, смотрите, урон получают они. То есть получается, какое-то количество урона они наносят обратно себе, понимаете, да? И тут еще есть такая приколюха, что эта способность работает еще и через БКБ. Как видите, спокойно у нас тут большой свин бьет и получает также урон. Насколько сильно оппоненты у нас страдают от нашей ауры, я вам сейчас расскажу. По уровням прокачки тут все просто. Смотрите, тут есть у нас фиксированный урон и урон от нашей силы. Давайте почитаем и посмотрим. Смотрите, первый уровень 16 дэмэджа плюс 30% от нашей силы. То есть, как понимаете, да, примерно, если у нас 100 силы, то 30% от 100 единиц силы, это будет у нас 30 урона. То есть, так примерно исчисляется. Второй левел, 18 дэмэджа фиксированный 42% от силы. Третий левел, 20 дэмэджа просто и 54% от нашей силы. И четвертый уровень, 22 дэмэджа плюс 66% от силы. Это очень-очень много, ведь у кентавра очень много силы. И этот урон, который оппонент нам наносит, он ему будет просто возвращаться. Вот и все. Он даже возвращается через БКБ. То есть это такая способность, что на лоу хп с кентавром нежелательно драться, конечно же, с руки. Эта способность, так сказать, у нас еще и наносит и физический урон обратно. В общем, вот такая вот аура у нас, друзья. Ну и, в принципе, по ней тут более не о чем разговаривать. Но есть моменты некоторые, вот как, допустим, сплэш, да, сплэш у нас не провоцирует третью способность и не возвращается урон. То есть у нас способность работает именно вот так вот, что типа вот, ну, когда вот, ну, именно триггер идет. Помните, как раньше было, если вот отменяешь атаку, то дамажит, и можно было так убиваться. Сейчас это немного пофикшено, и, конечно же, пока тычка не дойдет до владельца ауры, урон не нанесется. В общем, друзья, вот такая способность. Ударил, получи в обратку, так сказать, себе минус хитпоинты. Поехали далее. Итак, друзья, ультимейт на нашем персонаже очень простенький в применении и имеет очень множество плюшек как для самого персонажа, так и, конечно же, для наших союзников. По уровням прокачки тут все просто, но сначала поговорим в общих чертах о данной способности и, конечно же, заюзаем эту способность, сейчас и посмотрим. Хоткей у нас Т, нажимаем, происходит такая анимация, но ее можно скипать. И герой с максимальной скоростью побежал у нас туда, куда мы указываем. Также этой темой могут пользоваться союзники. Также союзников эта способность бафает. Видели, наверное, статус, да, отображается, и, конечно же, мы побежали. Что происходит, когда ультимейт заюзан? Когда ультимейт заюзан, все союзники и мы подвергаемся наложению такого бафа, который дает нам
плюс МС максимальный. При этом мы имеем значение фейзов. Такое, так сказать, мы проходим через всех оппонентов. То есть мы становимся как будто на фейзах. Я так и сказал, значение фейзов. Когда как будто ты нажал фейзы и побежал. Вот, и что у нас происходит, когда мы цепляем оппонентов. Когда мы цепляем оппонентов вот таким вот набегом, то мы наносим оппоненту урон и замедляем его на 1.5 секунды на 100%. Это очень прикольно. Также у нас тут есть Аганим, о котором мы чуть позже поговорим. На 83-й карте, как этот ультимейт работает, вы примерно помните. Вы даже можете через текстуры пробегать, но тут, к сожалению, нельзя. Тут это можно делать с появлением Аганима. Но об Аганиме отдельно позже поговорим. Но и также, ребят, не забывайте, что на канале есть видосы про Аганимы, про все. Я запилил в свое время, когда это было реально жестко актуально. Так что смотрите, друзья, ссылки я в описании оставлю на все три видоса. Может, кому будет интересно. И далее, смотрите. Перейдем к уровням прокачки. Вы уже поняли, что наносит урон как-то, замедляет оппонента и дает статус фейзов. Плюс еще, если у персонажей были, допустим, вот так вот иллюзии уже заюзаны в тот момент, когда мы нажимаем стампить, то иллюзии тоже подвержены этому бонусу. Но если иллюзий не было создан до того, как нажался на стампить, то, конечно же, иллюзии не побегут, потому что они не пробафаны. В общем, смотрите, по уровням прокачки тут все просто. Длительность ультимейта у нас 3.75 секунд, то есть длительность набега 3.75. При этом радиус этой способности у нас 105 единиц. То есть, ну, в упоре просто нужно пробежать вот так, как змея, всех позамедлять и всех подамажить. Ну и по уровням прокачки все просто. Наносит от нашей силы урон. То есть, смотрите. Deals 1x strange damage and 1.5 секунды замедления. На втором левеле 2x от силы и 1.5 секунды замедления. И на третьем уровне 3x от силы. То есть, получается, чем больше у нас силы, смотрите, STR 100, добавим. Ультанем. И смотрите, оп, видели, урон нанесся. И тут также оп, видели, урон нанесся. То есть от нашей силы идет вот этот урон с помощью ультимейта. И, конечно же, это очень-очень круто. Давайте еще немного силы пропишем. Допустим, 300 уже. Смотрите, 8000 хп кентавр. Оп, смотрите, пол хп. Оп, смотрите, пол хп. От нашей силы полностью работает от кентавра силы этот ультимейт. Ну и, конечно же, КД и монокост у нас тут также улучшаются. КД 90, 75 и 60, а монокост 100 единиц всегда. Ну, монокост не уменьшается, как вы поняли, да. Получается, обманул, да? Блин. Вот я вот такой вот человек. Как обычно, всех обманываю. Ладно, ничего страшного. Ну и, в принципе, применение ультимейта должно быть вам, ребят, более чем понятно. Также вот такая вот у нас система. Смотрите, свинья большая. Оп, а на нее не работает. Молодцы, молодцы. Вот ретерн работает, а ультимейт не могли сделать, чтобы работал, друзья. Вот как бы вот такая тема. Ах, хотел еще вам показать вот такую приколюху, друзья. Что, как помните, как на 83-й лучшая комбинация это спектра и, конечно же, кентавр. Но тут это не работает. Смотрите, мы юзаем хаунд. И у нас иллюзии не способны применить на себя вот это действие. Заюзаем еще раз. Смотрите, я вам показываю еще раз. Это юзаем хаунд. Юзаем ультимейт Стампидович. И, конечно, к сожалению, не бафает иллюзию. А на 83-й бафает. Это очень круто, потому что всех сразу замедляет. И все такие в шоке, что вот эта жесткая комбинация начинается. В общем, друзья, вот такой вот ультимейт. Я считаю нужным сейчас перейти уже к Аганиму, поговорить по Аганиму и, в принципе, закончить эту теорию. Давайте, поехали. Итак, друзья, подобрали мы Аганим. Как видите, эффекта никакого нету у кентавра на то, что у него есть Аганим в инвентаре. Но эффект есть видимый, когда вас атакуют и когда нажат стампит. Ребят, Аганим что у нас делает? Я вам напоминаю, видосики внизу есть. Это первый момент. Второй момент. Аганим на кентавре, что делать, я вам сейчас расскажу. Смотрите, при нажатии нашего ультимейта наши союзники ломают деревья. При этом у него еще у союзника появляется возможность проходить через хайграунды и прочую всякую тему. Мне именно это изменение очень нравится тем, что 83-й это делается в пассиве. Но тут нужно, конечно же, нажать ультимейт, это будет балансно, кстати, и вот так вот можем пробегать все текстуры. Не забывайте, что можно застрять, когда вы бежите куда-то вот так вот глаза на лоб, и, конечно же, вы можете спокойно застрять. При этом еще есть жесткий бонус у наших союзников. Это вот такой бонус, 60% смягчения любого урона. Смотрите, у нас есть спектра 1000 хп и кентавр 1600 хитпоинтов. Сейчас мы
Лина с Аганимом, все вы знаете, что у Лины с Аганимом чистый урон, на ульту им вот так вот, смотрите, 190 хп осталось, и теперь, смотрите, что теперь будет под действием ультимейта нашего, нашего кентавра, нажимаем и ультуем. И смотрите, дэмэджа вообще нет. На 60% дэмэджа меньше наш союзник получил. Ну и также кентавр будет меньше получать дэмэджа, если вдруг в нас будет какой-то лететь урон. Давайте я вам это покажу. Смотрите, оп, нанесло вообще совсем фигню. И ультимейт кончается, и, конечно же, наносит весь полный урон. Друзья, вот такой вот у нас аганим на кентавре. Я считаю, что если вы, так сказать, командный такой игрок, то ультимейт в нужный момент может засейвить вашим союзникам, да и вам самим отлично задницу. Просто реально отлично засейвить, потому что даже чистый урон вообще ничего не работает. Это идет именно жесткое смещение 60% урона. Но не стоит забывать, что длительность ультимейта всего 375, это очень-очень мало. Но тем не менее, аганим очень прикольный. Я его уже показывал в этих видосиках всех. Ну и конечно же, в принципе, тут я вам также его показал. Больше ничего не улучшает. Дает возможность проходить через деревья, как вы поняли. Проходить через хайграунды, ломать это всю тему. И, конечно же, дает вот такое вот сопротивление ко всему урону. Друзья, на этом теория подходит к концу. Надеюсь, вам этот видосик понравится. Надеюсь, все дослушали теорию до конца, ведь много было интересного, что третий через БКБ, что второй можно смягчить, можно не засуицидиться. И хороший, конечно же, стан, что он очень длительный, так сказать. И, конечно же, про аганим и про общие плюшки по данному персонажу и изменения с хаунтом вы тоже могли здесь узнать на этой теории. Друзья, и сейчас на практике будем, знаете, что мутить? Соберемся в керри разок, прям чтобы в разнос такой. И, конечно же, в жесткий жир. Я думаю, вспомним старую страту такую с 6 тарасками и тому подобное. Это будет реально интересно. Друзья, что ж, пожелаю всем приятного просмотра. Спасибо, что смотрите, что лайкаете, что подписываетесь и ждете свои гайды. Не унывайте, потому что я не могу порваться и создавать гайды. Один гайд в день, это очень-очень тяжело. Я делаю, по-моему, 2 гайда в неделю, потому что один гайд в общей сложности заставляет, так сказать, времени потратить примерно от 8 до 12-16 часов. Это реально очень много, ведь на монтаж и на всю эту тему уходит реально очень много времени. Вот я начал делать во сколько? По-моему, вот сейчас уже 2 часа дня, начал я в 11:50 делать. Вот это только теорию заканчиваю, плюс я еще не монтировал ничего. Поэтому, друзья, цените труд, спасибо каждому и поехали смотреть прекрасный геймплей. Let's go! Так, ну что, ребятки, начинается у нас каточка. Начинается каточка. Самое время узреть кентавра. В чем сила кентавра? Сейчас посмотрим, что у нас по составам, по пикам. О, неплохой состав. Там Нави, Дэнди у нас, Нави хвост. Ага, Пупей на 5-м слоте. И все, отлично. Что ж, кентавр, так как кентавр у нас это, конечно же, хардлайн. Это значит то, что кентавр будет кусочкой мяса. Кусочкой. Не знаю, может пойдем тут в Magic или в обычного кентавра. Пойдем в damage, в хейт такой. Будет видно. Пока ребята не пикают. Главное, чтобы самые жесткие контрпики на нас не напикали. Это Найкса и Некролайта. Иначе кентавр просто не живет. Он просто не живет. Нет, у него шансов нет. Просто. Если есть Некролайт, кентавр не живет. Просто. Просто не живет. Вообще. Просто ничего не может. Уф. Так, ну что. Окей. Кого у нас еще боится кентавр? Кентавр боится у нас Розу. Энигмы. Далее, кого боится? Кого боится? Зевса третий очень сильно боится. Что у нас еще боится? Боится чего? Еще вот всяких таких, знаете, какие-то процентовочки. Вот Слардара боится. Он армора нету. Слардар его очень легко убивает. Такое, знаете. Ладно, го пикать. Пикнул кентавра и звук такой. Все, хорошо. Так, ну и что, идем мы в хардлайн, поэтому. Че берем? Че берем? Берем СЦВ. Манго можно взять, да, но не успели, может, там монеточки натикали. Погнали на топ. Я топ. Я топ.
У нас мидера нет. Вот как обычно, пишешь гайд, а мидера нет. Сларк. Сларка берут. Ля ты, Сларк. У них очень балансный пик, на самом деле. Отличный агрессор. Отличный сейвер. И много роума с гангом. Очень много неуязвимости. Не знаю, зачем я сюда иду. Заговорился, как обычно. Вот когда ты разговариваешь, говоришь и при этом играешь, то очень много микромоментов ты всяких упускаешь, друзья. Вот и не думайте, что это так легко. Там, ой, рак, там, то не сделал, то не сделал. Это все тяжело, когда ты сидишь, разговариваешь и объясняешь. Это все очень тяжело делать, ребят. Попробуйте сами, попробуйте записать летсплей какой-то, вот по доте по той же, и не тупить. А потом попробуйте это переслушать и послушайте, что у вас получится. Так что, дерзайте. Так, ну тут походу нужно будет брать топорик. Я походу тут буду просто чилить на линии. Если огур не будет фарм мой забирать. А ясно, подбегает сразу же. Этот... топор возьмем, да. Чтобы у огра тут были проблемы с ласхитами. Хорошо. Берем топорик. Берем топорик, потому что огр будет тоже пытаться ласхитить. Хотя ласхитить должен я на этой линии. Хорошо, что тут милишники. С милишниками у меня проблем никаких не будет. Единственное, один вивер вот будет напрягать. Это мелочи. Иди сюда. Жалко. Что не погиблое? Что, меня убить собрался? Меня убивать собрался, пацаны. Держите в курсе. А тут огур на линии с нуликами. Не прокатит никак. У кентавра, конечно, монопул. Средний обоссанный, так сказать. Выразимся так. Но ничего страшного. Лад, дай. Лад, дал. Как на выдачах заказов. Он знал, что я топ пойду. Не знаю, почему он... типа, блин, по-любому знал, что это. Это ж подписчик, вы куда? Они ж всегда любят меня там похейтить. Короче, не знаю, почему подписчики любят хейтить, реально. Прям вот тогда какой смысл от подписчиков, если они хейтят? Лол, рили. Я не понимаю. Просто у них нету такого там. О, фарм. Спасибо. Фарм. Фармили жучка, но прогуляли крипа. Огр фармит. Фигает. Дэшку берем. Хорошо. Дабл эдж. 200. 250 урона, это уже очень много. Можно виверу такие шапалахи отдавать со второго. Пусть бегает. Бегает. Огр этот, ну вообще линию он держать не хочет, он хочет крипов просто убивать. Просто стоит, тычкует, неправильно. Слардар ушел с линии. Что-то огр. Забираем кату, покупаем транквильчик и гоу душить. Хорошо, понял. Бивает у нас инвокер. Там инвокер закуп профессиональный имеет. СТП-шечка есть. Можно стичок взять. Стичок будет помогать нам восстанавливать манку. А я готов тем временем разминать пуканы. И не добил, прикиньте. И не добил. Ого, подфармим. Что нам стоит-то? Что нам стоит-то подфармить вот эту штуку? Кого третьего возьмем? Пусть сам себя дамажит.
сам себя дамажит, парень. Слардар пришел. Я дабл эдж постоянно раскачиваю на данном персонаже, чтобы было легче там харас какой-то делать или прочие какие-то моменты. Вивер побежал, молодец. Там один тангус, пацану. Один дам. Пусть кайфует. Боятся. Урон получать, пацаны. Надо было через крипа дэмэджа ему дать. Мы на даггер просто копим, ребят, сейчас. С помощью даггер. Даггер это наш первый друг. Главный друг. Первый и главный друг. Даггер. Огр просто фармит. Мне надо хп поднять. О, мне хорошо. О, мне. И пошел крипов колотить. Не, чтоб выхилить там вивера или что-то такое. Не, надо крипов колотить. О, что-то умник. Жесть. Что ты хочешь? Сейчас огур ману восполнит, мы можем кого-нибудь даже забрать. Подхил. Надо было лишь откатиться, можно будет задушить. Ведь не хватило. Санстрайк будет. Все, типа идем сюда, сами сюда. И тут останавливаюсь. Анан. 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 Да. Все, найс, ушли. Отлично. Я не понял, что он написал, но Анан это смешно выглядит. Это типа как вот это. Ахаха, типа Анан только. Только быстренько так. Анан, типа один смешок. А че он сам виноват? Огр молодец, воспользовался. Так сказать, ситуации. Что там инвокер 8 уровень? Ничего страшного. ДК тоже 8. Тоже ничего страшного. Инвокера, значит, 9 сейчас уже будет. Креветкус. Омникус пришел. С шишером тут. И до вопроса решают, пацаны. Хорош. Нет смысла его душить. Подхилиться. Не. Стан КД. Сейчас ждем КД. Отлично. Омник меня веселит, прям он так заагрессировал, когда ошибся. Это смешно, ну рили. Так, кстати, не забываем, что там иншокер. И не забываем подфармливать этих таракашек. Даже 30 золота на дороге не валяются. 30 золота на дороге не валяются. Шишара раздаем, сейчас даггер уже скоро будет. Вот с этой пачки, если подобиваю, уже можно будет купить. Крипов хилить хочет. Ож, я люблю вот этих омников, которые крипов хилят. Как же ж я их люблю. Хорошо. Обожаю таких омников. Так, сделаем, чтобы спокойно нас хитить тут. Огр не дает там добить этих крипов, чуть-чуть осталось. Ох, эти омники.
чуть-чуть дагер. Надо хп восполнить. Боже, сейчас собьет. Да. Чатка не дает таки. Ладно, добиваем. Есть, отлично. Шишера можно сейчас сразу. А, помник бегает. Ну все, не палимся, аккуратненько сейчас. Видим вивера, прыгиваем. Упрыгиваем, запрыгиваем и душим. Бах-бах просто и все. Омника мы не убьем. Омник он. Такой. Вивера жалко, нету на линии. Отлично, то, что нужно. Хорошо. От санстрайка мансуем. Вверх куда-то вот сюда, вот так вот по мансим. Еще хп. Но меня видно тут крипом. Все, регенимся. Отлично. К инвокеру надо сходить, ребят. Брат, аркана будет. А, аркан он соло завязал. Ну, дал тпшечку. Ах ты, я попался. Очень много хп. Ну, инвокера я заберу. Я заберу инвокера. Потому что уже у меня ухода нету. Там либо под санстрайк я лучше разменяюсь. Ну, ДК зассал, конечно. ДК кинул. Кинул меня. Вот так вот напишем. Но я сам уже отверженно понял, что я буду там умирать 100%. ТП. ТП юзай, уходи. Потому что там уже нужно было размениваться. Мне, я просто под торнадо попал. Понимаете, как получилось? Там про инвокер с помощью торнадо убивает всех. Молодец. Так. Ну что, гангаем, парни. Мы сейчас очень сильные. Апаем стик. Берем мангус. Берем ТПшечку. Ждем ТПшечку. Станчик. 150 урона. Ну, 100 урона и 400, 350 где-то. Ну, 450 хп мы снесем. Не больше. С комбинацией. Инвокер, 1000 хитпоинтов, аквилы, мидасы. Знак профессионала. Такой затар, конечно. Го-го-го. Души его. Слардариту это. Давай-давай. Да не его души, души омника. Сейчас как хильнется в пол лица. Ох, какой там санструйк. Кидай дагер. А зомби пришел. Надо уходить. Если б я там стоял, я бы уже мертвый был. Потому что там санстрайк пол лица отшиб. А, напряженная каточка будет. Напряженная каточка будет. Там очень сильный пик, вы просто не представляете. Зомби один с амплификацией только чего стоит. Омник. ББ. Его подфармим. Хорошо. Отлично. Есть станчик еще один. Огур. Стан сольет, прыгаю. А, там вон оно что. Все, базару ноль. Базару ноль. Тут с керри нужны диффузы. Все, я понял. Короче, надо фармиться. Потому что там... Мы драки будем проигрывать, потому что там бомбик. Это 100%, но пока инвокер фармит. Шансов там в этих драках нету вообще. Шансов вообще нету. Гоу фармить пока. Или, блин, они так загулять могут соло. Если омника убиваем. О, нифига себе, я тут подошел. Not enough mana, говорит. Not enough mana, говорит. Они вот так втроем могут просто ходить, овнить. Мы тут ничего не стоим.
Да не тому ты стан даешь! Не тому ты стан даешь! Не тому ты дал стан! О, мда! Просто мда, огр. Омник, первая цель, захилится, выхилит, всех засейвит, ульт нажмет. Блин, ну как так? Орните с этого огра, парни, вообще. Просто орните с этого огра. Боже, что он сделал? Только что меня заруинил просто. Вот, если б я знал, я бы не прыгал, отвечаю. Че хотите говорите, рак, дно, конченый, но я бы не прыгал, отвечаю. Неправильный таргет вообще. Ужас. Отвратный. О боже, бесит. Успел как мог, отлично там времени было. Навалом. Успел как мог, такое не... Нет, я так прыгать не хочу. Вообще, мне неудовлетворительно вот так вот прыгать. Дохнуть постоянно на разменах и ходить постоянно с сапогом. Тупо и с дайгером не пойдет. Неправильно, очень сильная ошибка от огра, ребят. И не рекомендую так вам поступать. Омник, первая цель. Идеально, я запрыгнул, перевернул просто ситуацию. Нет, вот огр взял, заруинил. Ах, ужас, ужас. Ребят, там много пассивного дэмэджа, поэтому иди, давай, чё ты боишься? Чего, у тебя инвиз? Давай. А, кто-то поделал зомби. Все, все уже. Там инвиз сейчас. Там не нужен инвиз. Продаем вот эту штуку. Покупаем броньку. Там огник, я не буду стампить, жать даже. Души. Хорошо. Отличненько. Меня огр распечалил, ребят. Я думал, вы прониклись той самой, тем самым моментом, что огрик замутил фигню. Омник будет с проблемным таким намеком. Хорошо. Это наш БМчик. Там много просто пассивного урона. БМчик пригодится. Хотя бы хил омника отразить. Тоже будет хорошо. Хил омника отразить хотя бы. Инвокер вон стоит уверенно, чувствует себя под омником. Тут омник стоит, чует. Чон клаку взял, да? Вот. И ульчик там. И ульчик. Хорошо. Ну, СДК молодец. Агрессивно тоже играет. 0.5 сларк. Ничего страшного, камбэкнем. Камбуцнем. Я чуть не заплакал, когда угадал не туда стан. Так что тоже. Все, паучков закайтили. А, у меня кнопки нету. Так надо тут бежать просто. Волосы назад. Так тут надо бежать, волосы назад. Вот оно. Понимающие. Чё, гоу вардить на троечке, парни. Чё делать? Я, кстати, мог запрыгнуть и со стампида убежать, наверное. Там виверу. Ну, виверу лицо ломать, там нефиг делать. Чё поделать? Катка будет затянутая. Иллюзия. Иллюзион. Фармим. Фармим. Слардар тоже там фармит. Это тоже плохо. Вот самого, кого я боюсь, это инвокер, потому что он будет меня очень сильно дизейблить, кайтить под раком. Я такого не люблю. Кентавр такого не любит. В принципе. Это уже настоящие пацаны. С момом, ясно. Как всегда, пренебрегают покупку даггера, покупают мом и проигрывают игры. Блин, это напряжно. Так, БМчик есть у меня. Чё б сотворить еще? Что бы сотворить-то еще? Я специально стою подальше, чтобы не палить ребят, кто тут есть. Чтобы они знали, что мы тут все. Вообще, очень много АФК у меня мувов и такое, на самом деле. Я пытаюсь на поддержку играть, как бы, с командой. Она получается только хуже. Этих пацанов раскидываем. Все, отлично.
10 тысяч золота получили. Оу, вот этого пацана, он не знаешь, он тут. Я не буду нападать на него, первый типа там санстрайк будет. Сларк. Ладно, let's go. Пойдет. Хотел вторым его добить, уже там хп улетели просто. ХП улетели просто. Так, косарик есть. Во что тут будем выходить? Я, если честно, на самом деле не понимаю, будет ли тут диффуз от моей команды или нет. И склоняюсь к тому, что походу придется диффуз собирать мне. Вообще Лотар Сейдж хочу. Лотар Сейдж, выйдем в Кирасу потом. И душить. Все, спили там. Талька. Хорошо. Омник, омник, омник. Плюс зомбик, жесткий пик. Но это значит, что катка будет очень увлекательна. Боже. Короче, когда транквил ты собираешься вырубить, он вырубить, вернее, выложить, и он включается, тогда, к сожалению, происходит так, что герой теряет таргет. Начинается шляпа. Что там за драки? Нам нужно впятером душить их. Там омника первым, и все, и ГГ. И разносим. А по-другому никак. Блин, а мне амплификации не вижу смысла. Душить. Вы омника первым убиваете. Вот. Мне хочется идти туда. Интересно, вардов точно нет. Хорошо. Отлично. Шишера гангнули. Гоу. А, окей. Ну, я без маны. Гоу, нападем. А, все, репел он ему накинул. ГГ. ГГ, я умер, да? ТП-шку успею сделать, наверное. Там томба. Видите, томба плюс зомбики. ДК фигней где-то страдает. А, он в таверне. Shadow Dance сразу не нажал. Печаль. Оу, блин, чуть не убили инвокера. Видите, не хватает. Диффуза может, блин, собирать. Может диффуза собирать. Да не хочу я диффуза собирать на своем герое. Если честно. Огончик. Бей его. Мужчиной будешь. А что, даркпак не учи лежать? Крипчик. Успей, успей на перехват. Там стоишь, пишешь. Стоит, пишет он там что-то. Стоит он, пишет там. Че, радиенс, пацаны? Че, радиенс, пацаны? Все, ДК там во все тяжкие. Боже, ДК, ДК. Все, гоу на базу. Можно радиенс сделать и тупо в фарму идти. Давайте так и попробуем сделать. Серьезно. Давайте попробуем. Если есть золотишко, почему бы и нет? Они, в принципе, не сильно торопятся атаковать, а с радиенсом я уже смогу что-то как-то конкурировать с их керри. Потому что я смотрю, что у нас, что керри, что... Ну, мартредка только что-то может вроде. Не очень удачно. Не надо вот так делать. Так не надо делать. Так нехорошо. Нехорошо так делать. Настоящий. Вот он, настоящий вибер. Там. Души, души. Не задушено. Идет, не уйдет, по идее. Тычка. Молодец. Молодец. И Б. ББ, это не блочки. Хорошо. Дайте мне теперь отойти. Неужели я не уйду теперь? Можно я блинканусь? Услышали? Вот этот звук бесячий. Не, типа я не смог блинкануться. Сейчас хп восстановим и дальше драться.
Стоим в кустах. Видели? Но тут я не смог сюда тпхнуть, типа. Запретная зона, что ли. Пелтавр. Товерго. Вокер. Хорошо. Айнвокера нападу. Первым сразу. Без даггера. Раду. Метеор кидает, умирает. Найс. Умер просто. Изи. Зацепили пацана, которому саппорты все делают. Вот кентавр вот этим хорош. Я вот так сейчас зацепил, выиграл. Еще второй тавр выиграли мы. Второй тавр выиграли. КОТ-2. Смело. Дифуз есть у нас у ДК. Молодец. Можно вот этого парня. Не можно. Я Б. Ушел. Так, радик есть, да? Хорошо. О. Можно подраться туда? Нет, не можно. Я потом бы прыгать не хочу. Я оттуда уже не выпрыгну. Что у нас там? Мартретка, да? Ну, все стоят. Я тоже не очень хочу туда прыгать, потому что, ну, шансов мне там оттуда уйти не будет. О, мой Радиенс. Дали на топчик. На топчик. Радик идет. Все хорошо. Все хорошо. Далее что-нибудь типа сильверухи сделаем, наверное. Шокер Йул. Он меня с прокаста не убьет, в принципе. Шокер. Хотя убьет, скорее всего. Убьет, убьет. ДК не видел. Они сейчас могут просто пойти в топ. Я пойду в центральную. Мне надо ТП-шечку. Пил ТП-шку. Они в топ пойдут по-любому. Топ пойдут. Радик взял я на подфарм. Конечно, это может очень плохую шутку сыграть с нами. То, что я мог сделать Тараску. Но. Но. Игра будет затянутая. Это хорошо. Это хорошо. Игра будет затянута. Пешка КД. Блин, а у нас глифа нету, да? Иду. Хилку сбил своими тараканами. Креветка подохла. Это плохо. Просто заходят на хагена в пятером надо. Ходим. Ходим. Дали кнопки. Забегаю. Жду. По окончании Юла нажимаю. Так, кнопочки нажал я. Хорошо, держимся. Отлично. Стоемник, куда? Хорошо. Массухами задушили. Зомбики душат. Стан. Хорошо. Минус 5. Вот вам, пожалуйста, 2к золота уже есть. 2к золота есть. Выкладываем транквил и душим. Дальше тараску можно сделать. Лучше кирасу, что-нибудь тараску. Такое. И будем душить дальше. Надеюсь, тут варда нету, потому что я могу от санстрайка сдохнуть. Тараску будем делать. Вот поэтому я и взял Радиенс. Сейчас 2200 уже тут. Оп-оп, уже 3к будет. А если в 5к в кармане, то 5к хватит, тохта. Да? Есть такое. В кармане 5к. 5к, тохта. Я умру через 3 секунды. Хакер может меня убить санстрайк. Поэтому аккуратненько ставим. Становимся в крипов и пилим Радиенсом просто. Почему транквил так долго не включается? Что за фигня? Что, сломался, что ли?
мне надо. Пейте, я не буду подходить. Надо чуть подзарегать. Они сюда идут, по-моему. По-моему, они сюда идут. Если что, стампит и бежать. Хорошо. Хорошо. Б. Гоу. Б. Гоу. Б, Б, Б надо. Там Октарин, да? А, нет, показалось. Б. Мы тут проиграем драку. ДК уже минус. Будем на хп дефить. Все, выходим. 3800 уже есть. Сейчас топорик купим, пойдем. Растянутая жесткая катка будет. Что, топорик берем? Потненькая игра с омниками. Все, топорик есть. Сейчас Тараска. БМ вообще, в принципе, он мне не нужен, потому что я стараюсь не подставляться. Ну, реально, просто БМ, не знаю. Вот, и как я опять-таки сказал, мне всегда БМ нужен. Как видите, БМ. Так, сек еще. Виталити купим. Смит крипов. Виталити купить надо. БМ не всегда полезен. Сейнвакер дает даст прокаст, я могу в один момент дать качественный БМ. И он может сам себя убить с метеоритом. Это будет очень круто. Хорошо. Я мид толкну, уйду на линию. Мне жаль, ТП-шки нету. Тараска почти есть. Правда, армора нет. Фарм-машина получается. О, варп есть, да. Я тут уйду по-любому. Не задушите. Юл. Юл. Откуда Юл? Жесть. Душат меня, пацаны. Вы там стоите крипов мочите, что ли? Ладно. Мне Тараску только что подарили. В обмен на Егиса дали Тараску. Видите, как они душатся там сами от ретерна. Слардар тоже еще в ВБМ ударился. Но есть Тараска. Отлично. Погнали, я топ толкну, возьму ТП-шечку. Жесть, там Дример еще подъехал. Можно просто даже крипов не бить, проходить, давать дабхлэдж, идти дальше. Тиксинодец. Подписывайся на канал YouTube. Езжи, брат. Езжи, брат. Так, далее. Лотар Сейдж какой-нибудь хочется. Блин, ну там и Кираса нужна. Вот мне просто, если... Красава. Красава, Мартред. Так, ДК соло опять пошел дохнуть. ДК соло дохнет. Так, 1200. На байбек еще держать бы. Слардар. Транквил можно уже заменить каким-нибудь тревелом. Это будет хорошо. Б. Фармите, парни. Ждем ДК. Ждем ДК и Фларка. Вокер пол Октарина. Это очень плохо. Я инвокера могу убить только с покупкой Кирасы и Сатаника. Еще что-нибудь можно будет, наверное, собрать. По, так сказать, четкому. Как кто-то был, я видел по карте. Меня не убьет он, по идее. А, это иллюзия. Вокер.
есть. Я от силы очень много могу суеты нанести. Мы все никак в пятером не соберемся. Хорошо, когда есть Тараска уже через дабл эджи. Овнем. Я чисто пылесошу. Писа. Не столкнуть надо. Две триста. Вот для этого я и брал Радиенс, что вот я знал, что так игра затянется. И вот смотрите, как это помогает. Это реально очень жестко помогает. У меня очень много золота. Есть уже Тараска. Еще Радик. Там, скорее всего, сейчас суицидально будем прыгать. Там будет тотальный хардкор. Я по линии просто иду. Идите, я низ. ТП дам. ТП дам на мид. Не парьтесь, я дам ТП. Есть глифчик. Так, вот так. А, там репел, понимаю. Я готов забежать, в принципе, мне пофиг. Сларка душит. Сларка душит. Душим. Душим, душим, пацаны. Душим. Станчик надо дать, сейчас будет. Кентавра машина, пацаны. И мартретка нарезала как. Найс. Отлично. Я просто немного подождал. И прыгнул, дал импакт. Хороший. Отлично, go. Curious. Чтобы самому уже в руки. Заносить. Топ от пушу. Пираса. В магазине тревела надо будет. Ну вот так вот отлично. Мне так нравится сектам кура. Акура. Так, по кайфу. Портретка задушила. Пока мы дизейблим. Мы пытаемся дизейблить. Мартретка душит. Че у нее? У нее просто баша доминатор. Либо ей везет, что она всех добивает. Либо, ну посмотрите, очень мало слотов на такую минуту. Посмотрите мои слоты и посмотрите ее слоты. Как это так вообще возможно? Видите, видимо, ну, у нее хватает мобильности, чтобы задушить. А мы мид сломаем им сейчас. Сломаем. Есть кираса. Кираса есть. В омника бы прыгнуть. Вместе встанут, но прыгнуем. Б. Все, 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 все. Отлично. А, все, найс. Там яд добил. Яд добил, яд. Яд добил. Отлично. Плохо, я бы сказал бы даже. Хорошо, далее возьмем травела. Такой жесткий билд у нас получается. Кирасу взяли, сейчас ух, как мы сейчас будем душить. Чё? Пацаны, здравствуйте, разрешите к вам доковыряться. БФчик. БКБ надо тут, не БФ, братан. Как ты до сих пор еще играешь эту игру без БКБ, я не знаю. Ну, хз. Что шарить теперь? БКБ всем надо. Что? Без БКБ вы ничто. Спять, сатан. Молния. Всякую базу? Что у него там вообще диффуз? Молнию делай. Молнию делай. И все. Готоп. У меня байбека, правда, нету. Я тревел купил. Но, надеюсь, сейчас все будет нормой. Не сдох. Байбека нет. Надо аккуратненько быть сейчас. Байбека нет. Центрик поставил. Молодчина. Сейчас будем драться. Портретки БКБ срочно надо. Почему так БКБ нету до сих пор? Плохенько.
хорошо. Душу Томбу лучше задушу. Душу Томбу. Хорошо. Блокер дает отличные кнопки. Надо отойти. 800 хп есть еще. Я не умру. Вот твой БКБ, Мартретка. Если БКБ было бы, ты бы выжила сейчас. И убили бы. Нормально. Я регенюсь и в атаку снова. Ладно, тебя. Хорошо. Душим, душим, душим. Не туда диффуз дал, брат. Санстрайк дал. Да, молодец. Блокер шарит. Что нужно делать? А мне пофиг. Я очень жирный. Жесть просто. Что за каточка, да, парни? Сейчас мы еще вместо БМа прикупим артефактович. Это еще псих. А почему бэкдор система сейчас не работает? Вот этот вопрос меня очень интересует. Непонятно почему. Но бэкдор система сейчас не работает. Души его. Души. Крипочек. А, крипочки. Лол. Лол, говорит. Погнали, у меня сейчас еще один слот вместо БМ. Можно вообще сатаник сделать. Вообще хочу кентавра, как в Муму, который бьет быстро. Такой вот, знаете, этот кентавр мне нравится. Вот наиграешь. Так, так, 40 секунд, погнали стакать лес. Мартретка линию двинет. Так вот делаем. Делаем вот так, забираем хосту. Хоста нам пригодится. Роша есть. Рош. Орта. О, сатан. Сатан БМ продаем. Иду. Бери. Аквила. Аквилу выкидывай. Хорошо, сатан есть. Ля, знаете, почему я собрал сатан? Потому что сатаник дает так же силу, как и Тараска, в принципе. Анхоли, анхил, анхоли, отхил, там все дела. Я считаю, что это будет круто, если сейчас я буду тут еще с сатаником. Очень много хп, плюс я очень быстро бью, еще гиперстомны к этому добавить. Это будет пушка. А с ультимейта буду, конечно, разносить. О, вот. Окер КД. Эх, жалко. Хорошо. У него индуиский Д. Хорошо. Законтрили. Го-го-го, дальше, 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 дальше. Задушим. Два крита по 1100. Ну это как вообще? Души. Бомбу. Хорошо, все, можем сносить просто. Жестко. Жестко, пацаны. Иншокер, а торнадо не увернулся. А ничего, там есть еще этот у нее. Аега, это радует. Я иду, я далеко, но я иду. Хорошо. Задушено. 4200. Кентавр. Душим. Тавр сам себя убивает. Смотрите, как... Это просто неистово. Но я не забыл, как Огр меня подставил. Не забыл. Давай, драться. А чё, а чё? Стой. Я
Блин, Вейгер себя там убивает, жестко. Арт стоит, наверное. ПКБ. Я бы. Йоу, гиперстоуны докупим еще. С маной проблем, правда, да? Огр умер. Я не забыл, как Огр меня подставил. Не ту цель убил. Не убей. Б, Б. Шо. Гиперстоуны покупаем. Че, я мог в это время низ сейчас сломать. Но я ожидал. Извините меня. Regeneration. Отличная руна для меня. С Лордара изи сам убью. Сюда заведем, давайте. Так, мана сейчас установится до конца. Тогда. Хорошо. Хоррр. Пацаны, лес пустой, я все зачистил. Фарм машина в деле. На базу фарм. Жаль, нету у меня пайбека. Но зато у меня есть этот шанс, что я сейчас их на ТПшке разведу, потому что я иду по этой линии. Сейчас смотрим, кто у них там на базе. Раз, два, три, четыре героя. Я тушу здесь. Главное вовремя отойти. Все, окей. Бежим тут, по идее. Снап еще. Да куча. Хорошо. Плохо. 800 хп. Если он подойдет, он там санстрайк сейчас еще будет. 520 хп у меня есть. Хил с прокаст просто. Ребят, 400 хп просто снес. Изи. Ну норм. Норм. Я сделал то, что нужно было. Надо экран посильнее отдалить, у меня кентавр на пол дисплея. Я бы успел отдалековаться. Молодец. Молодец. Алло, какие леса? Какие леса? Пушки. Вы серьезно? Я самого главного героя стянул. Плохо, что сдох. Блэкин бар я не буду делать. Перстоуны заряжу сейчас и поехал душить. Пусть душ. Мне не хватило немного. Мне нужен был персонаж какой-то, чтобы отхиливаться. Не думал, что там, если честно, сдох. Но очень жесткий прокаст инвокера, тем более на 85-й карте там очень много душит. Очень много душит. Сейчас 30 секунд я прилечу. Огур стоит что-то. Рефреш. Убьет Огра. Еще Юлсосе. Душите, там в центре есть. А что ты замедление не хочешь ему кинуть? Ля Мартредка. Просто АФК ходит. И Омника надо убивать. Кого ты бьешь? Омника. Омника. Убейте. Убейте. Зачем вы других лупите? Парни. Ой, ДК БКБ не успел нажать. О, еще он рефреш прожал. Рефреш прожал. Это хорошо. Хорошо, что он рефреш прожал. Соло пойдем. Блокер на низ. Хорошо, а тут у нас этот. Хорошо. Омника раздавили. Блин, 4200 хп улетает. Кто идет? Ты не убьешь меня. Ты умер. Ты умер. ДК сейчас даст тебе прокаста. Не даст. ДК, брат. ДК, не у БКБ, КД. Сатаник нажал, думал на него в наглую пойти сейчас. Пофиг, Тараска есть. Но жаль, маны нет, у меня только мана на ТП-шку и все. Все. Сейчас
на стан даже нет. Но есть на стампит. Господи, опять он меня сейчас будет. А на стампит даже нету, да? Мы тут сейчас сдохнем просто. Печально. Потно. Вместо БКБ я не знаю, что делать. Б. ББ. Что, мы ва-банк пойдем. Ва-банк пойдем. Ломаем топчик. Отлично. Отлично. Переиграл просто, называется. Вы думали, я вас не переиграю, да? Знаешь, как это говорится. Успеет уйти он? Да, игра нету. Эх, успел, да? Успел. Успел. Ну, инвокер сейчас отресторится и выбежит. Я не пошел. Не пойду туда. Я бы... Сатаник мне вообще не помогает ничем. Я не дерусь, инвокер постоянно дизейблит, и все. Я бейгл. Сатаник вообще ничем не помогает. Абсолютно. Тараски достаточно. О, реген, отлично, мне так везет. Ждем стампида и поехали. Стампида ждем и поехали. Так сказать, берем противников умом. Они дерутся, побежали на топ. У меня дэмэджа жопой жуй. 114 своей силы. Опасно. 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 Рожь скоро будет. Жесть, конечно. Радик можно поменять тоже на какой-нибудь артефакт. Полезный. Полезный. Бабочка или Лотар Сейдж. У них там, кстати, детекшена нету. Но придется жать, да? Он меня просто без маны оставляет этот инвокер. Успею ТП дать. А, успеваю. У меня просто без маны оставляет. Так, го вместо Радика. Купим что-то тоже. Они там сентри, кстати, не покупают. Го сильверуху, рили. Почему нет? Сильверуху. Они там не покупают сентри. Правда, мана будет кончаться. Фига там. Слардар душит. Души, души. Вперед, вперед. Сейчас и будем из руки, кстати, больнее раздавать. Ну, быстрее, как минимум. Очень хороший артефакт я собрал. Рошан есть. Там Слардар, если сейчас будет разминать Рошу. Я вот там, в другом месте. Бери, Сларк. ТП выкинь. А я к тебе. Поздно. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, найс, молодец. Сыр оставили там. Ставь сыр там. Вокер. Цепляй, цепляй, цепляй. Ах, по торнадо не попал. Сейчас ЕМП бахнет, я побегу. Жаль, 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 жаль. Вивер, потоп, он КБ там. Всякие, гоу за душем. Пешку делает, ладно, я отпушу. Хорошо. Сильверуха чем хороша, она тоже на силу. В частности. Сларка душит, да. А я ушел. Ох ты мой. Креветка. Надо бежать. Надо бежать.
Да, дэмэдж силой. Дэмэдж силой. Умника попал. Хорошо. Ну, ЦГГ. ЦГГ. Опа, вакер. Как дела, бро? Е. Yes, лорда. Жесть, но это такая хорошая катка, мне понравилась. Только единственный один момент, я не забуду, что Огр меня так подставил. Подписывайтесь на канал Тен Азис. Ютубе, ютубе. Yes. ГГ, молодцы. Молодцы. Такая вот, ребят, жесткая немного катка на кентавре. Не знаю, понравится вам или нет, но вроде игра неплохая получилась в целом. В целом игра неплохая получилась, и думаю, в принципе, вам она понравится. Огр в одном моменте подтупил, заставил умереть, но в целом мы победили. Общими силами мы победили, все молодцы. Мартретка поздний БКБ немного собрала, но ничего страшного. Могли выиграть намного раньше. Так сказать, немного перехитрили. И там, что там у них? Вивер у них там не особо играл. Омник молодец, сыграл с Лордар неправильный билд. Зачем-то вот это я не понимаю. Просто и зомби молодец тоже. Они могли командой нас задушить, но не получилось. Ребят, что ж, поехали некстовую катку. Так, ну что, братцы, началась у нас каточка. Берем кентавра. В этой катке на кентавре мы пойдем в Magic кентавра. Берем кентавра, он кричит постоянно. СВ Мангус С. Вот такой затар делаем. Опять пойдем через Транквил. Опять возьмем топорик. Опять возьмем... опять возьмем там свои дагера. И начнем дальше фармить догоны. И начнется веселуха. Начнется веселуха, братцы. Октарин, догон, Этериал. Основные артефакты должны быть. Дагерок, конечно же, возможно, Лотар и Тревел. Все. С такими билдами будем душить. Пойдем на топ. Кого там килять смогу изи? Изи... Изи, не изи. Он сможет сопротивляться магии. Очень хорошо. И все хорошо. Главное, чтобы на меня контрпика не было. Дальше кайфу. Все будет пушечно. Я 3. Лайфстилер, жесткий контрпик. Ну, это подписчик. Подписчик зашел, зафоловился. Как обычно, контрпикают. Хорошо, что некро не взяли, и то радует. Спасибо. Я могу низ до соло пойти. Я низ тогда. Соло. А, он с песочком СК. Я думал, там стан. Ну-ка. Попади. Что там за драки? Что за наглость, пацаны? Вы шо? Дай обогнать его. Боже. Оказывается, тут все очень сложно. Я тут тоже умру сейчас. Очень сложно. Оп, хорошо, он в хук не в меня кидал. Я сам Кинга сейчас, если честно, подставил. Но СК сам виноват, почему у него нету стана, лол. Он без стана играет. Он песочек качал зачем-то. Я мог его подсейвить, но я хотел Пуджа подблочить и убить. Сам Кинг с песком и с сапогом. Вот это, конечно, не понимаю. Не понимаю немного. Боже, Кунка на низ идет, Кунка соло, я понял. Ждем ТП, уходим на топ. Плюс. Я на топ. Я на топ. Пока не стоит. Я пойду чисто, если хейл, то хейл. Вот так я буду стоять. Сразу же Пуджу сунули. Пришли на линию сразу же. Рожочек. А, СК какой агрессивный. Хорошо. Гоу, сапог купим. Сапог. Сапог. И мне пох.
Даже, в принципе, Найкса убивать кентавр может. Он просто может за стан его сливать. Ты шо, ты шо, ля, ты шо. Кауманку восполним. СК я рекомендовал бы третий тут вкачать на раз. Три вкачай, плиз, на раз. Если бы Кунка шел вот сюда на линию, было бы намного лучше. Было бы намного лучше. Найкс в лес ушел, что ли? Тут мне фрилайн, походу, отдают. Стан, брат, дай. Хорош. Умничка. 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 Аксу ГГ. Тебе надо развернуться резко и уйти оттуда. Сам себя загоняешь в угол. Просто в наглую бы развернулся, что эти две тычки. Там просто шаман тебя сейчас поймает. ГГ. Логично. Кто там, псих и кто? Растаман. Или Рам... А, Роман, я думал, Растаман там и Раста, типа. Отлично, ну транквил есть. Радует. Я пошел на низ. ТП-шку надо делать. Я задушу сейчас всех там. Кейдж, товарищ. Дергайте-ка вы на топ. Фидер. Товарищ Фидер. Кунке. Стичок, гоу тут возьмет. Тут стичок нужен будет. Алюбе. Стичок. И можно нулик собрать, в принципе, стартовый, чтобы какой-то манореген был еще. Будет пушка. Не убьете. Не убьете. Я зарегенюсь. Кункейч, товарищ. Гоу, подрегенимся. Ого, гоу, это наш клиент. Это наш клиент. Это наш клиент. Здравствуйте, мы ваш клиент. Да, дерево. Купи дерево. О, купи курьера. Так, с курьера покупает. Молодец. Гоу. Банку фласку. Полетела. И отстан. Отстан, берот. Не закроешь. О, побежали. Давайте побегаем. Я на транквилах, правда, а вы пешочком. Давайте побегаем. Вот этого шторма можно задушить. Какой там пятый левел? Хорошо. Так, вот так. Вот так, вот так. Кажись, тут будет веселая катка. Мэджик. Так, Аксу не заблочим стак. Акс отводит. Там умирает АА. Айкс от крипов сдох. Понимаю. Ля, шо за фигня? 4-5к игра. Изи прожочек. Догончик, выйдем наверх сразу. Хорошо. Так, Найкс пришел, да. Фейзы делает. Тут сейчас уже поосторожнее надо. Шторм 5 левел до сих пор. Сейчас будет руна какая-то. Сейчас будет какая-то руна. Непонятная. Его прочекаем. Иллюжин.
него 5 левел, возможно, сейчас монетка будет там. И, ну, там монетка и так будет, но апнет все левел, возможно. Мы подождем сейчас немного. Подождем немного. Нет, не апнул, это хорошо. Пусть иллюзии подтанчит. Шестой левел. Ля, вот как так? И меня и тавер бьет, и шестой левел апнул. И вот, вот так вот все четко. Вы понимаете, как бывает в жизни? Как бывает в жизни. Ну-ка, что там, скоро шестой. А. И вот этого пацана. О, я сдох, кажется, в лагах. В сипке. Да, я сдох тут 100%. А, нет, еще не сдох. Я залагал там, гоняю. Пацанов. Залагал, вообще-то. Ору. Овны, да чё? Да что такое? Алло, интернет. Я тебе сейчас вынесу. В мусорном пакете. СК-40 какого хуя. Стакни. Да я хотел стакнуть. Печалька, какие-то лаги такие. Провайдер, привет. Как дела? Как дела? Как дела? Го. Там новый. Как дела? Виски от Суск. Нароумили почти дайгер себе. Чё там, ДДшка? Я заберу. Я пойду под фарму. Крипчиков. Лесочки. Фига, там сейчас умрет Акс, да, таки? Но Найкс погиб. Найкс погиб. Я пойду стаки дофармлю. Иду. Может, сапог успею еще забрать. А, Акс сапог потерял. Понял. Гоу-гоу-гоу, да меня-то не блокуйте. Не блокуй. Все, замедлит нам уже. Шансов нет. Так, о, Найкс подтянул, молодец. Сейчас змейку разбиваем, убегаем. Берем ТП-шечку. Ой-ой-ой, как же я могу там сейчас... Как же я там могу сейчас раздать? Найс. Хорошо. У нас чел на Аксе сапог потерял. Лаг пылся. Лаг? Набиваем на Акса лаги. Лаги пылзы, лаги. Все, сделал. Сделал, брат. Все. Пацан будет доволен. Надеюсь. Парень попросил лаг пылсу, я сделал. Сейчас такая встреча, мы подошли из-за угла. О, инвизибилити. Ну так не пойдет. Godlike, божественная легкость. Я не знаю, не Godlike, не богоподобная, Godlike, божественная легкость. Че там? Почти огончик есть. Let's go. Айксевич. Штормевич. Holy shit. О! Дагер. А! А! Кораблик, кораблик. Мир, да под себя торрент успел бы закинуть, бро. А че сразу?
Не думал, что так глобально будет, походу. Я сам не думал. Стагер. Маматобр. Плохо, ауры нету. Фармить не так комфортно. Тем более Magic Кентавром. О, хорошо. Идеально забрал. Ну чё, регеним жопу теперь или... Давайте добьем, да, уж на базу сходим, наверх. Да. Добьем, да, на базу сходим. Как раз догон дофармим. Хотя, ну его нафиг. Давайте лучше подрегенимся, да подеремся. Тогда профит не будет. Неплохо. Пойдем топнем на халяву. Топнули на халяву. Ладно, не будем мешать, пусть парень тут работает. Гоу. Го, драку. Я готов. Хороший. Крипчик. Ну забрать. Отлично. Почти есть догончик. Там тупо максить догон. Будем стилиться, что движется. Акс вот так вот опасно. А у него вообще ничего нету. Поэтому... А, так у него же транквил скушали. Он же бестранквильный чувачок. Давайте хоть на разок пассивочку возьмем. Страшно, вырубай. Ух, нифига, куда я запрыгнул. И такую драку, раз просто стоим в бинокль и смотрим, что ж там будет дальше происходить. Я вот просто в шоке. Как вы смотрите на это? Ну, я куда успел отдагероваться, туда отдагернулся просто. Тавр, убейся, пожалуйста. Крип, убейся. Я чисто так вот встал, бинокль такой беру и стою с загона с этого, наблюдаю, как там дела происходят. Хорош, эх, дагер КД. Я бы прыгнул. Дагер КД. Ля, куда это он так полетел? Надо вардики. 14 минута, вот тут куда полетел. Так, есть догончик. Акси, где твой сапог, бро? Он его подарил на распродаже. Вот здесь сейчас шторм. Сколько? 700 хп? Да это фрифраг. Чекайте просто. Magic Кентавр. Первый врыв, парни. Первый врыв. Спасибо. А ты, вы... Сора. Убил? Убил. Не переживай, убил. У меня догон. У меня догон. Найкс армалет, да? Найкса я, блин, не убью. Соло. 500 хп. Го. А, он ушел уже. От него стан просто требоваться будет. Я поддамажу чуть-чуть и... Блин, у него армлет, там его хз, его не убить просто. Блин, вот, конечно, некр сейчас подосрал нам. Жестко причем. Разобрали четко. Косарик есть, второй левел почти. Косарик есть. Хорошо. Убил би, говорит, убил. Найкс будет проблемой. Но Найкс там носит транквил этого Акса. Акс до сих пор ничего себе не покупает. Почему-то, не знаю. Хорошо. Баунти Монеткович. Как раз на догончик.
Шторма я соло убью. 700 хп. Догончик. Стомпик. Хоф стомпик. Дабл эджик, догончик. Вард, наверное, да. Да, наверное, стоит. Лотар Кунка. Давно не видел Кунг через Лотар. Пулю. Пулю. Гоу. Вот так вот сделаем. Для саморазвития. Так, 700 хп. Крипчик же просто. 700 хп. Это же просто крип. Стан догон просто, пацан. Надо будет отвесить. Хорош. Я думал, если честно, я... Ну, я мог убить его, если бы зажал бы стамп, но... Ой, не стамп, этот стампит. Но того не стоит. Но я увидел Найкса, что можно убить, и не посчитал, нужен лучше Найкса. Я тоже тогда казню. Пофиг вообще. Так, смотрите, там драк. Но мы не спеша бежим на транквилах, аккуратненько прибежим. Чем больше времени тут будем идти, тем лучше. Тем лучше. Хорошо. Аккуратненько идем в обход. Они не догадаются. Я сама невидимость. И хрипы такие за мной бегут. Отстаньте. Крысы. Криси. Ля ты крыса. Ладно, ставим имбовар. СК, брат. СК, брат, ну что ж ты бегаешь по кругу? Помоги. Я понял. Вопросов нет. У них все заваржено. Тут сентри стоят, там сентри стоят. Я понял, парни на дефе засели. Кто-то варди, да варди. А, СК тем временем подкапывает песочек. Молодец. Изи могли сейчас убивать. СК что-то в своей каточке вообще. А вот за это можно наказывать. Посмотрите, как он нагло сыграл. А, метка первого левела. А, все, ЕС закрыл его там. Это жесть, что за каточки. Наукс. Науикс. Науикс. И там науикс. СК, конечно, у нас такой подкуренный, походу, немножко, братцы. Но ничего страшного. Все ошибаются, не все сразу становились профессионалами. Кто-то до сих пор пытается им стать. Кто-то уже давно понял, что это не его. Кто-то до сих пор хреназос. Так, ну что, ладно, поехали дальше. Потные каточки сегодня. Magic Kentaur, это весело. Magic Kentaur, это весело. Так, догон троечка, дальше в Этериал пойдем. Как раз тут Ghost нужен быть от Найкс. Прям вообще, муа, изумительно. Изумительно. Блин, ну не знаю, они там вардят, девардят. Это плохо. Что там у Шторма, кстати? 800 хп, это очень нама мало. Очень нама. А я умер, да? Калька. Я очень умер, да? Я еще живой. Братан, ну не хочется туда прыгать, но я могу. КЗ, как я оттуда убежал? Найксевич. А что ты хочешь? А Найкс на своем. Я уже понял, что он не туда идет. Блин, Куси просто стою, смотрю. Боже. Вот я даун. Ладно, моя ошибка. Ладно, реабилитировались, пацаны, сори. Я уже понял, что туда нет смысла прыгать, и все равно, типа, ну, прыгнул. Сек. С вашей курой.
Magic Centaur. Блин, жалко, что варды снимают. Я, конечно, не хочу соло там кусаться за эти варды, потому что вардинг в первой доте, это, конечно, такое гиблое дело. В первой доте, к сожалению, за то, что ты вардишь, ты вардишь, золото не сильно много дают. Блин, ну жестко сейчас, мне понравились такие моменты прям. Качественные. Джанчик. И бежать. И бежать. Отстан! Отстан. Так, залез. Хорошо. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Ля. Ой, ну сбил. Ну я тут хожу, если честно, так в наглую. Без пульса я вторым. Добью. Спасибо. Некор молодец у нас. Ну, некор, в принципе, там, что там, контрпик на Найкса, контрпик на Пуджа, на ЕСа. Что радоваться-то так? Сильно. Сильно-то и не надо радоваться. Сейчас догон уже четверочка. Догон пятерочка. Это будет весело. Пятерочка выручает, так сказать. Сколько фрагов сделаем в этой катке, ребят? Голосуем. 90 фрагов. Давайте. Погнали, погнали, погнали. Мы еще все можем. Что, улететь не можешь, что ли? Улететь не можешь, что ли? Вардик. Так, догон 5 есть. Догон 5 есть. Дальше. Ghost Scepter. Собрат убился об меня. Так, ну что, имбовард, гоу вот сюда. Оп, хотя бы, чтобы видно было кого-то. Чего-то. Надеюсь, нету центрей. Кто там у нас на топе? Найкс. Найкс с Маднесом, в принципе, он может от меня умереть. Шаман этот добивает тауэр. Ля. Тут варды стоят. ББ, если шоу ультану. У них сентри тут стоят, блин. Типа такое, рили. Беги! 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 Беги, родной! Беги! Беги! Жесть. Найкс фармит, да? Там за драки на колодцах. Жесть. Так, ну где мой гоуст? Септер. Найс копаешь. Я заметил, что Рилли Сенкинг найс копает. Он молодец, старается. Копает всех подряд. Он просто копает, в том-то и делаешь, он просто копает. Он берет лопату и просто копает, и все, больше он не делает ничего. Просто копает. Так, ну наверное тут не будем сливать кнопки. Да, давайте топнем. Бахнем, бахнем. Бахнем и отойдем. Этериал надо. И на низ. Сейчас возьмем за регени, все, берем ТП-шку и гоу. На низу. Крипчиков сколько? Кто ТП-шится? Фиолетовый. No way. А, он может меня подхилить, в принципе. Хотя, отдает крипов, окей. Заберем так. Пассивка очень много все равно наносит, несмотря на то, что я не в демедж иду. Так, сделаем. Все, кого поднимать. Отлично. Затариваемся, братцы, по пулам, по пулам, по фулам. Гоу, стилить. Побежали, нам уже там нужно быть. Находиться. Пока пацаны там. Нет, они наломали дров. А ЕСа вытянул. Килл любого. Килл любого. Опасно. Опасно. Опасно, пацаны. Найкс, что хочешь? Что хочешь? Отстань.
стан. Души его. Отстан. Да, там кто-то фармит, лесочки стоит. У нас тут файт идет не на жизнь, а на смерть. А там кто-то лесочки стоит фармит. Это Акс. Понимаю. Понимаю. Так, 2К есть, почти есть Этериал. Хорошо, дальше просто Акторинович. Долго фармится, братцы, но уверенно, долго, но уверенно. Ору. Прям реально. Прям реально ору. Так, стечок. Помоечку, лучше хилочку носить. Может, нужный момент. Так сказать, помочь. Пешечку. Так, килл любого можем, в принципе. Для любого. Шторм 900 хп. С комбинацией. Прям 1000-1000, все. Он шаман. А как так его не убило с комбинацией? А как так-то? Как так-то? КД. ПББ. Хорошо. Тебя тоже задушим. Нормально. Правда, 400 золота всего надо было. Хорошо. Плохо. Я даже не думал, что так получится. Все прекрасно. Оп, и хилочка есть, как обычно. 3К. Помоечку. Отличненько. ГОХГ немного полупим. Хочется взять Этериал уже себе. О, курочка. Отлично. Это плюс Этериал. Отойду. Я отойду. Магаз. Парни. На змейке. Такие чисто. Так я в магаз. К Акалайта. Че там, кого душат? Куночку. Шторм тпшится. Я не буду стампить давать. Души его. Хорошо. Жаль, маны нету. Господи. О, соло врыв от ЕСа. Ля ты крыса, конечно. А че ты меня, блин, это делаешь? А что я тебе сделал? Что я тебе сделал, ЕС? Это нечестно. Ну что нечестно, блин? Все честно. Что нечестно? Догон собирать? Это нечестно, говорю. Блин, а что честно-то? Он некру лицо ломает. Все ж по-честному. Я ж не помогаю им. Стоп! Стойте! Нечестно! Некро втроем убиваете. ДДшка. Вы подфармливать свои солбустеры. Спасибо. Спасибо. Геннадий.
Все, я ушел. СК копатель. Просто копатель. На топе много крипов, так хочется на топ пойти. На меду тоже много крипов. Давайте возьмем, сделаем так. Накидываю манку. О! Я Найкса за комбинацию убью. И стой там. Как мужик. Без что? Без... Без уровень что? Бедный Найкс. Я победил. Я победил, братан. Все по-честному. Так, вот этого не надо, пожалуйста. Плиз. Я победил. Я даже не успел армлеты. А зачем он тебе? Он мне поможет. Я Кент. Кент магия. Чуть остается, да. Октарина. По топчику идем. Некр, молодец у нас. Если б не некр, скорее всего, мы бы проигрывали, ребят. Потому что некр реально делает очень много. Вот сейчас на полном серьезе, без рофлов, что мы сейчас подтаскиваем игру, и это заслуга 90% некр, конечно же. То, что я там делаю киллы какие-то, эти киллы, они дефолтные. Они дефолтные. Прям с некром именно конкретно прям хорошо играется парень, соображает, что нужно делать. Есть, конечно, ну, ошибки, да, такое. Парень, конечно, соображает, что нужно делать, поворачивать, его там бьют, убивают. Ошибки есть, конечно, у меня тоже были ошибки, две ошибки, как видите, было. Ну, не только две, они... Но ошибок тоже много было. Так, есть Октарин, поехали. Сейчас будем душить. Я, в принципе, зачем мне кура, если я могу здесь уже купить? Тут уже могу купить. Хорошо. Пойдет. Видели, сколько нанеслось с ульты? Сейчас КД. Гоу. Же этот Найкс. Ешкере. Нормально, я тут буду жить. Нормально буду жить. Оу, щит. Оу, щит. Оу, щит. Я сдох тут, 100%. Да, еще есть шансы. Нет шансов. Просто шамана надо пиво, он дизейблит жестко. Таман задизейблил. Задизейблил. Шам, да, я что-то в наглую пошел так. Ну так вот, знаете, на ажиотаже таком. Вот пуджа я с комбинацией, скорее всего, не убью. Ну пойдет, пусть парни порадуются. Шамана надо сразу. Этериал, догон, комбинации всей прям. Я не знаю, сколько там нанесет, сколько у меня силы, я не считал что-то еще в этой катке. Да, пойдем, подберемся. Шторм вообще, этериал догон просто отлетит. У него ни резистов, ничего нет. Для меня уязвимая цель. Вот этот жирный. Лотар собрал. Че, го гем? Let's go. Драка будет. Находить, цеплять. То он будет все точки свои держать и в лотарчике стоять. Найкс фигни, конечно, понасобирал. Мом включит, я его убью сразу. 29 секунды, поехали. Magic Kentaur душит. Ля, какая драка, опасная драка. Подходит ЕС, ЕС дает фиссуру. А там на кресте. Молодец. Рипер.
Отлично. Молодец. Давай, 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 давай. Ты сможешь. Он сейчас сдохнет. Просто смотрите, ХП как уходит под херстопером. Нормально, нормально. Не, Кар живет тут. Они не убьют его. Они его не убьют. Деспульсы по КД, деспульсы. Маматобор. Я уже тут. Маматобор уже тут, парни. Стой, дай бахну. О, молодец, что заюлился. Возвращай. Маматобр. 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 Что маматобр? Что это значит вообще? Маматобр. Что это, где он рисает? Что это значит вообще? Я не понимаю. Объясните, пожалуйста. А пояснительную бригаду можно в студию? Жаль, я шторму не напихнул там. Так, есть у меня почти уль, да? Еще бы агонимка этой сборки было бы классно. Лучше. Мейны не надо отдавать только. Хорошо. Кажись, это будет трипл килл на вставочку, да? Да, это был трипл килл на вставочку. Копатель. Байбеки, байбеки. А мы душим тут сторону. Хорошо. Боже, бедный шторм. Так, я еще живу. Оп, еще огрызнусь немножко. Ща. О, копатель пришел. Поехали. Стой. Копатель пришел. Братан, ЦГГ. ЦГГ, бро. Кэл тревел. Пусть ЕСДФнет, наверное. О, парни, что-то там. Фит-конторка. Фит-конторка-то дает о себе знать. Летит мангус-тангус. Шаман смейк поставился, я отойду. Макса задушили. Так, ну что, го манго впитывать. Улмана. Ну, то есть теперь понимаете, да, в чем прикол? Я с трех тангусов восполнил 1000 маны. Держите в курсе. Теперь живите с этой мыслью, парни. Шо, с трех тангусов восполнился кучу маны. Го, копатель. Прыгаешь. Копатель. М? Копатель. Угу. Вижу, что ли есть. Плохо. Тогда гон. Второй. Ах, уходит. Ну, вот если меня сейчас отдадут. Хелп. СК, братик. Нужна хелп. Да господи. Не, ну тут на себя надо кидать и уходить. Отлично. Я помогу. Только от КДшиц. Ждите, товарищи. ЦГГ, да? В ЕС закину. Хорош. Кусает, кусает. Это байбек. Это байбек, парни. Раздавлен. Раздавлен. Просто раздавлен. А можно ультракил, пожалуйста? Чалька. Алексеевич, не надо, пожалуйста.
Я умер тут. Шторм пришел. Торчи, да? Нет! Молодцы. Гем забрали таким. Ладно. Гем погиб. Парни. Гем погиб. Так. Хорошо. Нет. Еще. Стоп, гоу. Всяко креснусь. Yes. Они не тянут нас. Вообще никак. Найкс только напрягает, конечно, вот эти рейджи и вгрызание. Да, это серьезно. Так, ну ладно, ребят, в принципе, мы пофанились уже должным образом определенное количество времени. Именно эта сборка чисто для фана и собирается. Теперь, конечно же, нужно выиграть эту игру. Это уже основной атрибут. Ждем меня и гоу. Печалька, что там шторма не добил, и Найкса... Найкс просто я подстану. Попал уже. 1700 хп сразу появилось у шторма. Вот только буквально 2-3 раза умер, я с 1700 хп шторма начинается веселье. Комбо-бомба. Что там Акс у нас? 3.18. Понимаю. Вот так вот поймать его сейчас. А чё ты кнопки не жмешь? Убивай. Жмите кнопки. Вы его под рипером его разнесете просто. Давай, 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 кунка, чё такое? Рипера, рипера, рипера ему. Все, минус Найкс, отлично, молодцы, хороший размен. Приходит у нас то шторм, уже поздно. Шторм я с прокаста не убиваю уже. Шторм я с прокаста не убиваю. 20 секунд. Ресурс и let's go. Догонить. Ну, фаново все равно, фаново. Фаново. Жалко, жалко, жалко. Так, шаман, 2к хп. Даста надо будет сейчас взять. По низу пойду. Даст, беру, поехали. Дальше пойдет. Идет дальше. Дальше идет. Аккуратно, подальше обходить будем, чтобы крипы нас не спалили. Может он пойдет, шаман. В атаку там. Отлично, 2к хп минусом. Так, далее. Где ТП? Есть ТП. Есть ТП. Ну, я шамана минус дал. Тоже хороший герой. Под минусом. Уф, я почти это предугадал. Почти. Гоу, парни. Боитесь. Или я первый должен идти? Там еще просто на XES. Го! Го, го! Ему пофиг просто прокаст. Просто пофиг, пацаны. Шторму догон даю. Отлично. Изи кат. Шторм байбек. Хорошо. Ай, шторм, шторм. Ах, под шторм. Сейчас стан КД. Крип погиб. Крипы задушили. Я чисто этот дровосек какой-то. Чё, Найкс, давай драться на кулаках, если мужчина. О! 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 Ля, мужчина просто на кулаках хочет драться. Просто. Просто уничтожение Найксов. Раскатываем, просто как блинчики. Как блинчики раскатываем. Как блинчики раскатываем. Боже, это, конечно, что-то с чем-то.
ребят, спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь на канал, ставите лайк. Это главная мотивация для того, чтобы я продолжал делать то, что я делаю. Берем Travel 2. И, в принципе, держим байбеки, и все, просто третий слот не хочу забивать, там инвизеры есть. И душим Тараска на пудже. Такса бы подписался, на тебя не хочу, понимаю. Так, ну что, 50 фражочков хотим оформить, братцы. Нет. Сейчас не стрим. Штормика, мне кажется, я со всех кнопок убью. Со всех. Так, посмотрим, есть ли тут... Нету, как же я вовремя прыгнул. Ничего, ждем. 1800 хп. Кстати, между прочим. Подцепил. Хорошо. Шторм, 70 секунд. Харикон. Ору. Гоу-гоу-гоу. Стой. А это уже страшно. Вот это уже страшно. Бля, корабль в жопе. Гоу. Копатель. Парни, ну опять меня отдаете? Ну вы серьезно? Вы что? Вы что, нарки? Ага. Просто. Он умрет, по идее, с ульты моего. Этериал летит. Я так быстренько подобрал этот догончик. Хорошо, вернет. Я не дам ему. И это мой фраг по праву. КГ. Ребят, ну вот такая катка у нас на фановом пудже. Ой, пудже. Фановом, я просто смотрю про пуджа, там пишет что-то. На фановом кентавре, не знаю, понравится вам или нет, но вроде прикольно вышло. Вроде вышло прикольно. Надеюсь, вам понравится, братцы. Эх, жестко. Нормально, в принципе, задушили. По кайфу. ГГ. 44 фрага оформили, 45 не смогли. Но вот такой вот фановый кентавр, друзья. И еще для вас я припас игру. Но эту игру я не знаю, буду ли я писать или нет. Или может это будет отдельной игрой. Я не знаю, но пока гайд закончен, ребят. Спасибо всем, кто смотрит, кто лайкает, кто подписывается. Смотрите, какой интересный и какой... Блин, вот, я не знаю, вот так очень много хочется сказать. И хочется все это быстро сказать. Потому что тут получилось два прикольных геймплея. Один, получается, керри билд, как надо играть. То есть, как керри билд, вот именно конкретно, как в тройке играть. И фановый билд такой через догон, но он тоже работает. Тоже работает. И напишите обязательно в комментах, какой билд вам понравился больше. Обязательно, друзья. Ну и, в принципе, это все на сегодня, я думаю. Не знаю, будет ли третья игра или нет. Или я ее буду, возможно, выкладывать отдельностью. А пока все, друзья. Спасибо за просмотр. Всем до скорого.